Здравствуйте, меня зовут Кухарев Михаил, компания ГК «Финвал». Как все, наверное, уже знают, то, что мы 20, уже почти 7 лет на рынке, соответственно, мы занимаемся поставками металлорежущего оборудования, термического оборудования, кузнечно-прессового оборудования, также листообработка. Помимо этого, мы предоставляем инжиниринговые услуги, сервис у нас на высшем уровне. Также мы делаем технологии обработки изготовления деталей. Ну и, в принципе, мы компания, которая на сегодняшний день оказывает максимальный перечень услуг нашим заказчикам. Касательно сегодняшней выставки, в этом году у нас на сегодняшний день уже идет прирост наших заказчиков. Да. В основном это, конечно, наши клиенты, с кем уже у нас есть долгосрочные отношения, но и тем не менее у нас есть разного рода заказчики, которые для нас являются новыми клиентами. В принципе, по контингенту это в основном средний уровень звена, то есть это главные технологи, главные инженера. Здесь руководство, к сожалению, из потенциальных наших заказчиков, да и даже из постоянных заказчиков, их, конечно, было не так много.